Сегодня же в Москву из Сирии самолетом нашего МЧС доставили людей, которые пожелали покинуть зону боевых действий. 56 человек, большинство наши соотечественники. Среди прибывших и граждане России, Беларуси, Украины и сирийцев, в чьих городах сейчас идет война. После того, как авиасообщение с их стороны практически прекратилось, единственной возможностью уехать для этих людей стал спецрейс МЧС России. В Сирию из Москвы самолет доставил 20 тонн гуманитарного груза, а на обратном пути забрал беженцев.